Вы только встали на путь перемен, идите. Постепенно, как сказано, влеки меня, я побегу за тобой. Если Бог начнет вас привлекать, то это будет... Вы это поймете, и это уже будет больше, чем вы. Поэтому, если я могу сказать, что когда я пришла к Богу, Бог привлек меня, привлек мечтой, привлек какими-то внутренними переживаниями. Это известно только мне одной. Это невозможно подделать. Это или есть, или этого нет. Не играйте в христианство. Если Бог вас привлечет, то Он привлечет вас. И вы готовы будете оставить многие вещи ради призвания, ради судьбы.